Полтора миллиона рублей пропали в одной из организаций Зеленодольска, о чем руководство поспешило заявить в полицию. Деньги находились в холщовом, должным образом опечатанном мешке и пропали вместе с ним. Подозреваемого вычислили быстро. Задержанный 35-летний мужчина – один из работников этой организации. Свою вину он признал полностью. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса России «Кража». В настоящее время в отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.